Эд, привет! Здорово, капитан! Здравствуйте! Привет! Здорово! Я сейчас помру! Я бегу! Все, я не умру! Картошка! 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 Тебе что-то вообще не хотят люди сказать, мне кажется! Че? У меня день рождения завтра! Я что, такой дурачок, чтобы поздравлять тебя с днем рождения, за день до день рождения? Не, зайди в чате и вот это прочитай, что люди в чате пишут. Прочитай. В каком? На стриме, зайди в чат на стриме, прочитай, что там люди в чате пишут, если тебе не сложно, конечно. Сейчас, мне уже страшно. Зайди, посмотри, зайди, что там люди пишут, зайди. Зайди, посмотри. Почему я пишу с днем рождения? Ты будешь, потому что у тебя день рождения? Оно у меня завтра! Не оно, а он в первую очередь! Ну ладно! Я им говорил в чате, они так спамят, говорят, Эд, надо картошку с днем рождения поздравить. Я говорю, зачем? Он у нее завтра. Они такие, не, давай сегодня, я-то тут при чем, понимаешь? Так заранее же не поздравляю. А так это не, я им говорил в чате, что не надо поздравить. Они такие, не, давай поздравим картошку. Ладно, все равно спасибо большое. Всем спасибо. Я не надо, зачем? Они поздравляют, я им говорю, не надо. Вот, с днем рождения, Картошка, с днем рождения. Что планируешь завтра делать? Ну, мы поедем завтра гулять вот с ребятами. Мы это кто? Это... Ой, я, Аня, Хирейт, Маша, Ксюша, Костя, Мия. А Костя уже прилетел? Со своих дудаёв. Нет, он завтра прилетает. Он завтра прилетит. Ну хорошо, вот. Ну. А потом пойдем дальше гулять. Куда? Не знаю еще. Хорошо. Она меня на день рождения не пригласила. Если бы она меня пригласила, я бы, конечно. А уже поздно, я уже не успею приехать, Картошка. Успеешь. Как? Ну вот так вот. Я тебе успею? У меня 12 часов ночи, ты. А я еще стримлю. Ну, а у меня-то всего лишь 8 часов. Так у тебя Ани у меня. Она не зовет меня на день рождения никогда. Да я звала, тебе это говорила. Как после такого ее еще другом своим вот это... Откуда у меня трезубец? Я тебе говорила, приезжай. Как после такого считать ее еще своим другом? Я не знаю. Он врет. Че врет? Я тебя на свой звала, ты не приезжал. Когда ты меня только на свою свадьбу дозвала, вот. И на свадьбу тоже, да. Вот. Я тебе говорила. Мы со Стасиком договорились, когда у нее в этой жизни будет свадьба, она меня в первую очередь позовет. А на мою ты придешь? Да, тебе сколько? Тебе сегодня 18, да? Завтра. Ну да. Да, у меня уже сегодня, у меня уже 16. Тебе 18? Да. Ты уже на пенсию пора. Нифига себе. Нет. Тебя еще помню. Стасик, тебе вообще 27, ты вообще там молчи, а? Ну вот, раз ей на пенсию, то мне-то куда, в могилу? Я даже не знаю, куда тебе. Не знаю, кто это. Хиппи-пёздый. Хиппи-пёздый. Да, уже старикашка, ей уже 18. Давай.